Привет, Питер! Всю молодежь поздравляю с праздником! Right side.
Come on.
Сейчас ответь, да всякий раз, сказал старик, но парень, мне не верь, ты будешь сыт, так огнешь и тебе помещи. Да что бы тебе ты это врешь?
прощаю, вот еще четвертый день пути. Тебя со мною не шути, огнем не приручи. Не смею гостю отказать, что хочешь, что проси. А лучше в погреб полета картошки принеси! Я сохранился тяжело, сказал он пару след. Закрыл отсек, и кто шаги расхохотал в воде. Очнувшись в погреб ветром, бродяга. Он был границей голова. Thank you.
Нашей сегодняшней программы это группа «Король и Шут» в лице Андрея Князева, вокалиста и автора текстов, Якова Цверкунова, гитариста, и Маши. Маши – скрипачки группы «Король и Шут», человека, который влился в дружный коллектив этого замечательного ансамбля сравнительно недавно, но занял свое основополагающее место в этой великолепной группе. Привет, ребята! Привет! Привет! И со зрителями поздоровайтесь, они, я думаю, рады вас видеть. Вот, отлично. Первый вопрос к вам будет такой. Касаться он будет, естественно, предстоящего концерта 14 ноября в ДК Ленсовета. И хотелось бы от вас услышать, что зрители, которые придут на этот концерт, смогут на нем увидеть. Расскажите, пожалуйста, им, я думаю, зрителям, то есть будет очень интересно об этом узнать. В первом отделении нашего концерта, а концерт будет в двух отделениях, мы будем представлять акустическую программу, которая впоследствии выйдет на нашем акустическом альбоме. Вот. А
Во втором отделении будет некоторое количество новых электропесен, вот, и старых. Какое-то количество. Полная программа, все, что хотим сыграть, все, что люди хотят услышать, надеюсь, будет исполнено. То есть, надеюсь, никто не расстроится. Мы даже конкурс в интернете вот объявили. Как бы люди могут даже заказать те песни, которые хотят, чтобы были исполнены в концерте. Скажем больше, не то, что не расстроятся, а даже обрадуются. Да, концерт большой будет. Два отделения. Слушайте, это же, наверное, очень тяжело играть вот именно две разные программы в одном концерте. Необходима какая-то перестройка звука, потому что, вот, насколько я знаю, насколько я был на ваших концертах, насколько я их, в общем-то, слышал, акустика и электричество отличаются очень сильно. То есть и по звуку, и по инструментам, которые вот, играются, на которых играют музыканты. Расскажите, пожалуйста, как вы будете это варьировать, и будет ли большой перерыв, и вообще сколько планируется песен, вот, чтобы прозвучали в этом концерте? Значит, очень сильного различия не будет, потому что все-таки звук более-менее схожий, что в первом отделении, что и во втором. Перерыв будет недолго. Ну, только буквально переложим там инструмент один в руку, другую, и все. А играть такого рода концерты, в принципе, для нас не в диковинку, потому что уже играли и опыт есть, как говорится. Да, с нами все в порядке. ДК Горького был концерт, очень памятный. Отлично. Веселое было время. То есть, как бы с этим будет все нормально, и я думаю, что с этой задачей мы справимся, как иначе. Тоску мою грущу, а даме своей, так дорога.
Напоминаю, что гости нашей сегодняшней программы – музыканты группы «Король и Шут» Андрей Князев, Яков Сверкунов и Мария. Мария – очаровательная скрипачка группы «Король и Шут». Невинное создание. Невинное создание, вот как сказал Яша. Такой вот вопрос, на самом деле интересующий, я думаю, всех ваших поклонников. Вот сейчас вышла кассета переиздания альбома «Камнем по голове», дополненная тремя песнями. Почему вот группа решила выпустить эту кассету в новом виде? Расскажите, пожалуйста, немножко об этом. Кассета вышла, да, было такое дело. Просто предыдущие все кассеты уже кончились, и мы решили, что надо выпускать. Раз уж такая возможность появилась, решили исправить, дополнить, написать тексты песен, аккорды и прочее. Я сидел, расставил аккорды. В общем, кассета получилась поинтереснее, мне кажется, чем первый вариант. Такая бодрая достаточно. Да, тексты мы давно уже собирались сделать. Стихи написали, да. Потому что очень много тех, кто, в принципе, не совсем понимал тексты. А что касается аккордов, очень много желающих, даже по многим городам, которые бы хотели песни подбирать. Вот именно для их всех мы и сделали такой вот выпуск. Да. То есть группа «Король и Шут» заботится о своих поклонниках и старается, чтобы им было всегда приятно взять в руки кассету, там, любую, в общем-то, этой замечательной группы. И, кстати, смею заметить, что, возможно, подробная информация на следующей неделе, на этом концерте, вот, который состоится 14 ноября в ДК Ленсовета, возможно, в продажу уже выйдет первый тираж книги, посвященной группе «Король и Шут», где будут фотографии очень редкие эксклюзивные интервью группы, а также тексты многих песен этой, соответственно, замечательной группы. Подробности на следующей неделе. И, кстати, смею заметить, репортажа об этом концерте в «Лестнице в небо» не будет. Так что все, кто хочет посмотреть «Король и Шут», как он выглядит по-настоящему, вот это вот волшебное двухотделенное выступление этой замечательной группы, приходите на концерт. А сейчас я вам предлагаю посмотреть еще один клип группы «Король и Шут». Thank you.
Сапоги!